Доброго здравия, уважаемые зрители канала YouTube. Сегодня вам представим схему. Эту схему еще не собирал, но может кто и будет, пока я свое делаю. Пока-то жду запчасти, то есть делать нечего. Просматривал там, нашел один парень, там сделал по уму. Мне он фамилию не дал свою, но я на его немножко, как говорится, по-своему. И на базе его, как говорится, сделал схему. Сразу говорю, я не могу говорить на 100%, что она работает. Но теоретически, как я считаю, должна. Ну, как посмотрел на ролики, у него наподобие немножко не так система работает. Значит, что у нас имеется? Имеется вот этот вот ротор. Большой ротор. Так. Ну, то есть. Большой ротор, на нем, значит, наклеены магниты. Не один, в общем, сильные магниты. Вот этот написал 4 штуки. Может и больше. Так. А далее к нему подходит электромагнит. Электромагнит. Вот. Тут же у него, значит, на валу этого ротора генератор вращается. А на этом валу тут два вала выходит. Маховик. Что получается? Генератор, значит, выдает ток. Включается электромагнит. И, значит, он начинает притягивать вот эти магниты. Включается он циклично. То включается, то отключается. Так, чтобы дать это самое, проскочить этим магнитом. Просто, чтобы было движение. В итоге они развивают большую скорость. Значит, эта скорость выходит, значит, из генератора тока. Выходит обыкновенный магнит и генератор тока. Там, смотря по этой мощности, там уже подобрать надо будет. И выходит питание, значит, на потребителя. И небольшая часть питания вот сюда. На электромагнит, то есть самозапит. Но чтобы, как говорится, это работало, тут нужно поставить реле. Примерно, как я посчитал, максимум 1/10 секунды, может даже меньше. 1/10, может 1/100 даже. Я думаю, 1/10 нормально будет. Может даже 1/100. Посмотреть по виду. То есть получается самозапит. Тут, как говорится, нету системы, чтобы замкнуто, потому что магнит этот, он не подключен к системе. Он только дает, значит, импульс и убирает, дает и убирает, дает и убирает. То есть он не подключен к системе. Поэтому тут не будет гашения энергии в замкнутой системе, тут не будет. То есть такая система должна работать. Опять же повторюсь, теоретически. То есть, если я со своим закончу, может, начну вот это делать. Интересный вариант. Вот что я вам хотел показать и рассказать. То есть, ротор с магнитами, генератор на валу, вот один вал, на втором маховик, далее магнит, электромагнит, далее реле, все, магниты. Ну, такая схема. На этом сегодня заканчиваем. До следующей встречи в эфире. До свидания.